Так, ребята, очередное видео борьбы с помехами. Значит, смотрите, какая помеха. Это локальная, моя местная. В общем, думал я, что это роутер, подключал роутер, и оказалось, сейчас покажу, что это. Это получается телек в режиме ожидания, вот такую срань гонит. Сейчас покажу, как это выглядит, когда я включу его, какой будет трэш, и насколько изменится эфир в моем районе, ну, районе моего дома. Ну, то есть мы понимаем, если антенна стоит у меня возле дома, то она всю эту гадость ловит, это естественно принимает. Так, сейчас я покажу. Так. И сейчас я с пульта включу телевизор. Выключаем. Так, а сейчас я с автомата полностью обесточу дом. Ну, то есть, я просто не могу выключить пока телевизор, там засунул эти розетки, бог знает куда. Буду, в общем. Так, все, сейчас. Все, ребятки, ну, вы слышали, да, по звуку, как разрядилась емкость, и у меня прямо появились сигналы. Эфир стал чистым. Вот, ну что могу сказать, выход какой. Я думал, пусть будет в режиме ожидания работать, значит, что поставим микрик какой-нибудь и будем выключать его, потому что, как видим, теперь вы убедились, да, что лучше все-таки выключать, если вы боретесь с помехами. Сейчас еще посмотрим, насколько широкий спектр у этой помехи. Сейчас я эту дрянь включу обратно. Так, смотрим. Посмотрим. Так, ну тройку убивает полностью, восьмидесятку. Так, а ну семерку. Тут меньше. Окей, так. А
Так, ну все, понятно. Ну, в общем, убивает 180 метров, 80-ку, нижний диапазон получается. Вот этот телевизор. Даже в режиме ожидания. Я уже не говорю, когда включается это все, конец. Но даже в режиме ожидания вот такая вот гадость. Так что я думаю, если полезно видео будет, лайкайте, не лайкайте. Буду, в общем, бороться. А бороться только одним способом. Выключать его из режима ожидания. Вот и все. Ну, можно поставить, конечно, фильтры, как всегда я ставлю, но лучше, наверное, выключить его нафиг и все. Все, всем спасибо за просмотр. 7.3, до побачення.